Гигиена и уход за телом, живя в машине. Что такое гигиена? Привет, меня зовут Мона. Я живу в своей машине с 2018 года. Это серия видео на тему гигиены и ухода за телом в машине. У этой серии видео есть плейлист, а также несколько статей в блоге для прочтения. Эти видео доступны на немецком, английском, французском, испанском, итальянском и русском языках. Еще больше информации о здоровье есть на моем канале 365 шагов. Все ссылки в описании. Если тебе нравится видео, ставь лайк и подписывайся. Спасибо и хорошего дня. Что такое гигиена? Гигиена равно полезной здоровью. А что такое здоровье? Согласно Фридриху Ницше, здоровье – это такая степень болезни, которая еще позволяет мне заниматься своими основными занятиями. Определение Всемирной организации здравоохранения. Здоровье – это состояние полного физического, психологического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. Ставь лайк, подписывайся, заказывай электронную книгу. Спасибо!